Сегодня, 25 ноября, в спортивном зале городской комплексной детско-юношеской школы состоялось торжественное открытие юбилейного 15-го всеукраинского турнира по вольной борьбе «Торские игры». Неизменным организатором этого турнира является Федерация вольной борьбы города Славянска, которая, в принципе, и инициировала 15 лет назад проведение данного турнира. В этом году городской совет оказал существенную поддержку. Мы впервые изготовили брендовые кубки и медали. То есть та наградная атрибутика, которая по прошествию многих лет, я уверен, будет напоминать сегодня еще юным спортсменам, а в дальнейшем, может быть, среди сегодняшних участников кто-то станет чемпионом мира, Европы или даже Олимпийских игр, и у них, так скажем, в архиве будут награды славянских торгских игр. По прошествию многих лет они могут вспомнить это. Я вот эти 15 торгских игр, я все время главный судья. Ну, пока так поручают мне. Приятно даже нам, уже опытным спортсменам, почувствовать эту атмосферу, все, и это все приятно. Ну что ж, в будущем, чтобы эти игры были как бы началом в будущем большой спорт. Ну, мы готовимся круглый год к торским играм, к чемпионатам области, к чемпионатам Украины. В принципе, мы не теряем никогда форму и всегда стараемся подготавливаться к важным стартам. Торские игры – это для нас очень важные были соревнования, подготовка шла особенно важно. Дети не пропускали тренировки, старались оздоравливаться, в общем, подготавливались очень серьезно. Всем участникам только здоровья и, в первую очередь, спортивных достижений. Потому что для того мы занимаемся, чтобы показывать результат. Для тренера это главный результат. А для ребенка здоровье и уверенность в своих силах.